Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Бу, а не, не Булкин, ну, сорян. Короче, мы продолжаем играть на Симотра МТА. Не знаю, как расшифровку какую сюда подобрать. Короче, это, с вами, как всегда, Ушка. Продолжаем играть на сервере Смотра данными 3. И, как вы знаете, у меня есть ютуберка, то есть красненький значок такой после панельки. И у меня была давно идея приклянуться с его сервера. Но эта идея пришла ко мне спонтанно. Короче, рассказываю, как было. Вечером, часов 9 вечера, там вы видите справа, мы катались с Димоном на геликах. Я такой говорю, давай по приколу, ты поставь... А, я тогда приехал с отдыха, я не хотел палиться особо. Вот, я говорю, давай ты поставишь номер, вернее не номер, а ник Брабус Булкина, а я поставлю Булкин. И садимся на его брабусный гелик и будем кататься в гараж с пацаном. Вот такие, ну давай. И также я говорил, типа, когда я буду говорить Брабус, и что-то ему буду говорить, то он, чтобы типа мяу писал. Вот. Мы решили прикольнуться сервера. А что вышло дальше, смотрите сами. Пацаны, а шо вы на си-си-дик не играете? То. Смотрим, смотрим, смотрим реакции. Я иногда играю на втором, я надеюсь. Пацан, вот этот мафиозник просто бегает, это просто капец. Нет. Я б на Хелкете свои гоклота бы покатал. Покатал. Да, Брабус? Мяу. Короче, пацаны, здесь нету реакции никакой. Почему-то. Никто ничего не отвечает, никто ничего не пишет. Такое. Булкинку! Здорово! Да, с Булки здорово! Здорово! Привет! Привет! Брабус! Брабус! Харе мой гелик продавать! Ладно, что вообще здесь делаешь? Ладно, не буду докапываться. Сейчас он напишет мяу, по идее. И гость нашей программы вылет. Вылет. Причёт нам в помощь о самых главных моментах в вашей жизни. Булгинку. Здорово. Брино. Саня. Ага. Ага. Здорово. Привет. Не-не-не. Привет. Не ожидал тебя. Че, пацаны? Мелкий брат. А Булкин СПБ мне пишет. Сам в шоке. Сам в шоке. Да. Да вот ты решил вспомнить 93-й. Сейчас меня не, наверное, чекнут в F9. Ахахахаха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну иди номер отбери на гелик. Да, я помню, мне такие шарам в 95-м. 95-м подогнался угнаной БМВ. Что-то не смотрится. Да я помню, не такой жрам. Блин, надо было... Короче, неважно. Мне главное побольше людей завлекти и поприкалываться с ним. Кстати, это походу видос попадет, если все запишется. А...
Давайте, пацаны, просто по приколу. Я надеюсь, Пашка там не офигеет. Пашка. Пс. Если чё, ты подыграй мне. У меня пранк. Мама, я в телевизоре. Давайте типа... Не, Мгаша. Чё за фигня? Давайте вот знаете, чё сейчас сделаем? Вот за нами пацаны ездят. Прикол, мне ещё бабки скинуть, я буду угорать просто. Сейчас вот Брин вот этот написал. Го, я тебе Саня чирик подарю. Такой, го. Саня? Браво, Сприна? Так, давайте вот тут просто встанем. Когда серия, посмотри. Ну, после видоса с моей новой тачкой. Так, давайте вот просто так поставим меточку. Просто поставим меточку блогер Булкин СПБ и Брабус Булкина поставил метку на карте. Теперь приедем, посмотрим, сколько здесь людей будет. М5 взял. Ну... Не знаю. Как дела, чем занимаешься? Ага, Булкин. Тихо. Псс. Булкин юрист. Там цену, це Булкин юрист. Давай. Лол. Как говорится, блин, давайте сбросим. Говорится, придет время и сами все узнаете. Узнаете, да. Чё, пацаны? Сходка? Кул Булгин! Здорово, да? Здорово. Привет, Санёчек, передай привет Воткинсу. Привет, на соцсети тебя видел, даже видос попал. Привет, посмотрите, сколько прибежало вообще на Excel. Red Bull, Кул, блин, спалили. Булкин, ты, я тебя обожаю, Семен Канев, привет. Представляю, как мне просто будет весь сервер ненавидеть. Здорово, фейк? Не. Так, а чё? Ауе, Булыч. Ауе. Дай бабок бомжу. О, бах, приехал. Так, Ку, а чё ник сменил? Да не менял я ник, фейк, нет. Эвушка, ты чего? Ц, не пали. Сразу видно, школа та, а не Булкин. Все без бабок будешь. Блин, а Булкин, когда новый сезон Колеса Фортуны в реальной жизни? Я уже думаю над этим вопросом. Думаю запустить третий сезон. Я против Браузера. Вы что, ебанутый, что ли? Да, Браус? Ты не против? Мяукни. Скалета, здорово. Видео? Конечно. Так, я думаю, убери ник, не позорься, Ельцин, иди в жопу. Так, Булкин, это ты, обожаю, можешь меня к себе, это по мне нету, и сори, не могу, просто одишний знакомый. Ну, есть такое. Стоп, я задумался, фейк или нет? Передай привет. Передал, Татар, привет, Скалета, привет. Ну чё, пацаны, фейк задумался, ну подумайте, подумайте. Так, кто тут здесь? Привет, мама, я в космосе. Привет. А давайте есть... О, Панамера. О, приехали. Опа, значок ютубера, видишь? Все, пацаны, вот главное значок ютубера. И значок ютубера просто в руле. Вот, смотрите просто, сколько людей едут сюда. Не, половина, конечно, на ЕКХ стоит, они не верят. Половина там в ЛС.
Булка, ты чё тут забыл? Как говорится... Я носа и пришел на смотру. Булки, ты настоящий? Конечно. Вырубите мозгло. Посмотри, сколько людей. Просто надо делать просто сходку здесь. Тихо так. А чё Ник сметил? Так, опа, опа, закрываем. Так, пошка. Так, это мой номер. Кстати, топчик повесил, это не мой. Так, за голосовой мы ждем. Не, пацаны, за голосовой нифига. Дай денег, блин, где Давидыч? А Кабулкин стоит на ЭКХ и продает гель. Так. Так, чи, не чи. Все, пацаны, тут Эдвард Билл появился уже, да? Все, пацаны, следующий этот Паша. Я не Паша, тихо. Так, вот так давайте еще берем метку, вот. И будем текать чисто. Вот так давайте. Саня, передай привет, если пишешь серию. Везунчик, я знаю, как ты меня любишь. Привет. Никакой тебе Булкин не передаст привет. Короче, пацаны, в следующем видосе, наверное. Реликсон, Паша, привет. Здорово. Эван, как дела? Нормально. Брина уже передумал, короче. Я не буду палиться. Короче, пацаны, пишите, хотите ли вы данный прикол, можно еще продолжить пранковать, можно запранковать других вообще, нормально. Не полисни. Привет, ты часто на смотре играешь? Ну вот, только начал. О, юрист, а, юрист это Булкин. Классный пранк. А, это Эван. Короче, все пацаны. Саня, это ты, да? Конечно, передайте Эван YouTube. Эван YouTube, это его не смещает. Ну такое, хм. Так, понял. Из тебя Булкин, как из меня Давидыч. Это Булкин. Это не Булкин, алло. Это Сашка, пахнет обманом. Пахнет. Паша, это... А так можно? Это не Булкин, это не Булкин. Это другой ютубер, алло. Из тебя Булкин в целом... О, понял. Зачем людей обманывать? Короче, пацаны, это Булкин, ждите видос. Короче, пацаны. Это не первое. Майя. Но тоже пранк. Так, пацаны, я написал здорово, здорово. Чё за ПТ? Зачем людей обманывать этих? Ладно, давайте, пацаны, уже изменим ник на нормальные. Эх, меняем ник на Эван. Хотя можем еще поприкалываться, да, кстати. Текает. Я тоже так думаю, все, текаем. Дима, текаем. Все сразу вылезли, сразу никто не катается. А я так и знал, Булки не отвечает подписчикам. Вот, кстати, да. Вот это прикол, да, я тоже промахнулся. Но я, кстати, еще думал по приколу сделать другой, типа. О, а что у меня? Расширение поменялось или не поменял? Ну. Так, а что Димон вышел? Короче, я думал расширение... Ой, вернее, какое расширение нафиг? Я думал поменять ник и просто поприезжать к рандомным игрокам, но что-то не такое. Но сейчас поподъезжаем еще. Здорово, Булыч. Здорово. Так. Ахахаха. Ты видим. Так, за нами что-то пацаны ездят, надо текать. А ну давайте, пацаны, пока... Я знаю, не все чекают чат, можем поподъезжать к рабочим. Так. Опа, вот так, наверное, просто прокататься.
хендлок вот так, чтобы они понаписали чат немножечко. Никогда не сразу начали бежать, это было угарно прям. Он обманщик. Ну такое. Вот-вот-вот, поехал прямо, давай. О, остановился. Сходку мутишь? А. Так. Ахахаха, давай, так, номер, кстати, топчик. Да, 99к. О, Данилка. Интересно, он к Булкину сел или Кевин? Вот это интересно, здорово. Дарк. Салам, пацанам. Ворам. Здорово. Так браво сговорить. Здорово. Так. Не, были бы у нас номера ООО 88798, я бы был с ником этот... Новый аккаунт ООО88798 и ник Булкин и ютуберская панелька, и просто все сразу верят. А так как я перед этим много с кем общался, это история чата, во-первых, есть раз, во-вторых, это у нас не те номера, не те тачки, короче, паримся. Но все равно, так, когда мы собрали сразу Булкин, Булкин, привет. Ну такое было. Эва, что творишь? А, привет, пипец, я... Я какой. Так, я тоже. Ого, ток ролик, бери, я тоже. Окей, окей. А он, походу, не врубается. Или он слишком прошаренный, что это не ютубер, вот. Не, вот так за нами пацаны ездят. Я кореш Дарка. Это то, что вот этот писал. Ору. Да, 19. Так, символ. Убери крест. Ну такое. Так, давайте, пацаны, найдем другого работягу и с него поприкалываем. Так, это кто у нас стоит? Сэм. Сэм. Семёныч. Скорочено. О-о-о-о! О-о-о-о. А кто еще? Конечно, а кто еще? Так. Пацаны, технические неполадки, Димона вылечил. Офигеть. Вот мы стали сдаем. Ну чё? Ну чё? Ну чё, покатаешь меня как в 94-м? Только не надо в дерево... Зерце сейчас стану... Дерево как в 96-м. Снимаешь? Да. Не пали. Я в ютубе? Да. Уии. Пацаны, представьте, как они просто будут ждать этот видос Булкина, а его не выйдет тупо. Булкин, как помнишь, мы с тобой в 93-м со Семёнычем гнались? Да. Мы тогда не догнали. Да, тогда еще грозу... Не, шрама... потеряли. Это разве не в 94-м было? Так, не палю. Так, надо искать на других игроков. Вот потенциальная жертва, даже две. Опа. Тигрин, ММР-88798, а у меня ММР-887. Вроде был 777. Так, мы просто уедем. Стой. Во, погоня, пацаны, за Булкиным. Давай, давай, давай. Дарк. Вот это Дарк, что писал мне в F9. Булкин на смотре.
Как говорится. Ты рили Булкин. Ну почти. С Алиэкспресс. Ну самого Булкина. Мне бандит из 90-х прям подыгрывает. Прям красавчик. Хлебопулочные изделия. Да. Я плюшка. Кто задеет? Мы. А, X5. О, за нами. Стой, Булка. Стою. Сатана мне вроде спалил. Да ладно. Если ко. Окей. Так, я твой фанат. А-ха-ха-ха. Ну так. Сук 887. Ну такое. Кстати, да. На смотри, ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас он причекнет в F9 и поймет, кто это 100%. Кому расскажи? Не поверят. Булкин. Булкина, смотри, ха-ха-ха-ха. В реале, я бы тоже не поверил, бы угорал просто до вечера. Ха, а чё у него тогда 600 часов? Пацаны, время сваливать. Ну нахер. Отец. Так, пацаны, самый прикол. Я, например, за мной едет УАЗ-2000. Чё-то она... Стой, Лока. Короче, один подписчик, я понял, Булкина. Вот это Дарт второй, и там еще Сатана. Вот я подъехал. Ля, я сток фото найти. Вот, кстати, хотите просто фулку с Булкиной или любым другим справа мой кореш, короче. Или... Здорово. Здорово. Или другим ютуберам пишите мне в 9, я буду вам переменять ники, короче, будете фоткать. Я, если подойду к банку, мне интересно, они денег скинут? Если вообще, типа, ютубер, там, Булкин, их никого, кореш, типа. Дай 1к. Капец, он орёт. Я представляю, как его просто дубасят будут. Именно в... Орать в 10 часов вечера, пол 12-го, такое. Булкин. Народ, а где можно тачку покрасить? Ивкарсис в СПБ, вот. Ау, Булкин, ты, я тебя обожаю. Можешь мне к тебе к себе? Не могу. Не могу. Мозг. Я пока что закончу запись, но если я найду еще прикольных подписчиков Булкина, которые будут писать как будто Dark справа, вот, я продолжу. На мораль данной басни такова, что не стоит всем доверять, кто поменял ник, хоть у него даже есть значок ютубера. Если он играет на CCD, он должен играть, и хотя бы какие-то доказательства должны быть. Вот, а это тупо чисто добренький пранк. Мы никого деньги не забрали, никого не надурили. Так что, кстати, лайк, если вам понравился данный пранк. Ставьте плюсик в комментарии, если вы повелись. Или пишите что-то там в комментарии, что вы типа не повелись. На ИКХ не буду заезжать, потому что меня уже все знают там. Короче, с вами был Булкин. Всем удачи, пацаны. И все, до скорых встреч. И удачи. Не, как он там говорит. До скорого. Во. Нормуль. О, кстати, 3 дальнобойщика. А ну посмотрим, что они скажут. Опа, Кул Булкин. Здорово. Хочешь серию? Хочешь серию? Как Тундра? Расклеил и продал. Расклеил и продал. Я тут иду с лайком, не могу поверить, что это ты лучший. Короче, вот такой вот видос вышел. Пишите в комментарии, понравился вам или не понравился, какие самые были угарные моменты. Ну, с вами был Эван, ставьте лайкос, подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал. Всем до побачення.